Ситуация с COVID-19 в регионе остается стабильно напряженной, а вот желающих привиться, согласно статистике, становится меньше. План по вакцинации выполнен лишь на 21%. В правительстве Чувашии предложили поощрять тех, кто привился от коронавируса. Антиковидные паспорта как пропуск. С их помощью привитые смогут претендовать на льготы при посещении спортивных и культурных объектов, получать дополнительные скидки в магазинах и общепите. На заседании оперативного штаба подняли вопрос о дополнительных мерах мотивации, по примеру, других регионов. В городе Салехард создан очень удобный ресурс для розыгрыша подарков. В нем принимает участие любой гражданин, который прошел два этапа вакцинации. В нашем случае, наверное, это интересно будет городу Чебоксары с их порталом и референдумом по розыгрышу «Открытый город». И в качестве подарков там интересные, конечно, призы и Алиса, и наушники, и то, что интересно молодежи. Чтобы информация о важности прививок доходила до каждого, прозвучало предложение установить плакаты, баннеры, афиши на улицах и остановочных павильонах с простым и понятным слоганом «Защити близких, сделай прививку». Инесса Потапова, Бахтияр Велиев, Республика.